Пронзительный репортаж о фотопроекте «Жены офицеров» вышел в эфире телекомпании «Город» в конце прошлого года. Марина Романюк побеседовала с участницами проекта, супругами военных, ушедших в зону СВО. В их поддержку и задумывался фотопроект, сюжет о котором растопил как сердца телезрителей, так и не оставил равнодушными членов жюри конкурса «Хрустальный журавль». Первым победителем в ней становится Марина Романюк, телекомпания «Город». Ежегодно на журналистский конкурс «Хрустальный журавль» присылают больше 1000 работ. И этот год исключением не стал. Например, номинация «По зову сердца» стала второй по количеству участников. Здесь конкуренция чувствовалась. В итоге выбор комиссии пал на репортаж «Красота в объективе СВО». Удивительно, что в такое сложное для всех время не только воины, которые сейчас на передовой защищают Родину, находят в себе силы оставаться мужественными, но и женщины, с которых можно взять пример каждому. Это скорее проект даже не о фотографиях, не о том процессе, а именно о внутренней силе духа этих прекрасных женщин. «Хрустальный журавль» – награда знаковая. Министр по делам территорий и информационной политики региона Жанна Фомина отметила высокий уровень работ в профессиональных номинациях, оригинальный подход к подаче материала молодых корреспондентов. Среди всех работ были выбраны 38 материалов победителей, включая обладателя гран-при. Люди всегда ищут достоверную информацию, ищут ее как раз у вас. Но вот умение ее подать – это признак настоящей журналистики. Я рад, что у нас она есть. Однако «Хрустальная птица» стала не единственной наградой для телекомпании «Город». Марина Романюк стала победителем еще и в следующей номинации «Мы разные, мы вместе». Награду ей вручили за специальный репортаж «Табор никуда не уходит». Третьего журавля вручили Валерию Седову в номинации «Городская среда и муниципальные инициативы». Журналисты, конечно же, понимают самые острые экономические, общественные, социальные проблемы. Всегда в центре событий. При этом, конечно же, влияние на умы предполагает в первую очередь серьезную ответственность. Тем более сейчас, когда мы все столкнулись с совершенно новыми вызовами, в ваших руках самое мощное оружие. Конкурс журналистских работ «Хрустальный журавль» проводится в регионе уже 19 раз. Следующий год станет юбилейным. И также принесет множество новых и запоминающихся репортажей.